Затем короче. Вы в Ютубе так и так окажетесь, господа хорошие. Мы на тонущий корабль посмотрим с берегу. Да, неплохо идет. Ага. Обмен за косы. Нифига себе, она как это, бурун какой, блядь. Это насадка специальная для бензокосы, да? Ага. Пойдем в пирсинг. Пошли. Черти. А вы тормоза проверили? Он танчик. Не, нормально. Хорошо ну, идет. Это получается 5000 насадка, да? Ну и триммер сам 1500. Ну да, 5. 10000, короче, плавай. Нормальная штука. Так, ну все, господа, подписываемся на мой канал. Комаров Виталий. Что-нибудь еще найдем. Вон они черти эти гоняют. Вдалеке их уже не видать.